Заместитель председателя Татфондбанка объявлен в розыск. Айдар Мечин получил орден. Об этом и не только прямо сейчас. В студии Алсу Арсланова. Здравствуйте. Сергей Мещанов, зампред Татфондбанка, объявлен федеральный розыск. Его подозревают в мошенничестве, из-за которого многие вкладчики перевели свои деньги в доверительное управление ТФБ «Финанс», которое не имело страховки и тем самым лишились всех своих накоплений. Сейчас в Нижнекамской полиции находится 30 заявлений от пострадавших. В начале месяца их было около 20. Камиль Шигапов уходит на заслуженный отдых с поста начальника отдела надзорной деятельности НМР. Он занимал эту должность с 2004 года. Сегодня его официально проводили на планерке руководителей. Заместитель главы Эльвира Далаткайзина вручила Камилю Шигапову благодарственное письмо и отметила, что свидетельством высокой оценки являются награды, почетные грамоты различного уровня, знак за заслуги и медаль за отличие в службе. Новый руководитель официально не назначен, пока обязанности будет исполнять заместитель начальника отдела надзорной деятельности Ильнур Шаехов. Эта неделя завершает месячник героико-патриотической работы. На заседании попечительского совета Татарстанского кадетского корпуса мэру города Айдару Мечину вручили почетный серебряный орден «Общественное признание». Это награда за плодотворную деятельность по развитию социальной и экономической сферы, большой вклад в патриотическое и спортивное воспитание молодого поколения, а также активную гражданскую позицию. Нижнекамка передала привет всей стране и угостила Леонида Якубовича нижнекамским хворостом. Алевтина Животягина побывала в Москве на капитал-шоу «Поле чудес». На съемке популярной передачи она попала благодаря СМС-игре, но пригласили ее лишь спустя год. Нашей землячке удалось дойти до финала, но сыграть суперигру не получилось. Ее опередила соперница из Ленинградской области. Синоптики обещают потепление. Сейчас за окном 0 градусов, временами снег. На этом я с вами прощаюсь. Напоминаю, связаться с нашей редакцией можно по телефону 400770 или пишите нам на сайт ntrdefis24.ru. До встречи в эфире.